В Узбекистане среди молодежи набирает популярность музыкальные композиции с использованием нецензурных выражений и пропаганда развязного образа жизни. Одним из виновников данного инцидента стал молодой исполнитель, стремительно набирающий слушателей, Вахид. Бог, залетай в топ, лик, фейс, табло, папа дал тебе бабло, по-любому, скажи, сколько стоит твой шмот, хуйта. Озинчи ебать на движниках, чисто гамазаем, чувствую себя нихуёво. Пизды как там, где нас нет, твой заебало писать не в инсте. Весь день Озинча район, да на спокойнике. Пизды шли конкретны. Аминь, жоп дыгает на стеч. Аминь, Ердиндин каждый день. На нахуй ты кидаешь лапу, Кирик Мас на саламбаку. Мой братишка там, ой, бой, свэк, бой, вахрик. У меня все четко, лаки ман, разъебал, так и надо. Я не уз эстрада. Пох, залетаю в тикток, майнсаньпох, бля, хуй такой стрём. Ты ж чистый долбоёб, доебёмся и без повода. Свит балала, эш, лалипап, кетч, квека парк. Свит, эй, аминь, жоп дыгает из те. Эй, аминь, эртиннин каждый.